Ласточкино гнездо. Прежде чем скоростной поезд от Москвы до Иваново будет запущен, необходимо скорректировать графики движения маршрутного транспорта, городского и межмуниципального, идущего через ЖД вокзал. В комитете по транспорту уже ведут соответствующую работу. Всем компаниям-перевозчикам направлено уведомление о грядущих изменениях. Осталось лишь дождаться появления официального расписания движения «Ласточки». Мы будем его корректировать максимально приближенно к действующему расписанию. Но в первую очередь нам необходимо, чтобы люди все-таки могли своевременно попасть к отправлению поезда и по прибытию уехать, добраться домой.